привет! Всем привет из Кении, из Найроби! Сегодня здесь, на этом слушании, собрались большое количество пасторов, епископов, лидеров различных движений, евангельских движений. И сегодня здесь, на этом слушании, будет происходить официальное рукоположение пасторов, миссионеров, епископов. И сегодня также с Ольгой наше рукоположение, оно будет происходить сегодня. Сегодня мы получаем официальный статус священнослужителей здесь, в Кении. И это еще один шаг к тому, чтобы нам исполнить план Божий, волю Божию для нашей жизни и стать благословением для этого народа. И мы очень рады этому. Мы очень рады, что мы в Божьем плане. Мы очень рады, что мы не остались дома. Мы уже видели за этот год столько чудес, столько Божьего движения в горных церквах на Элгоне, что мы очень счастливы тому, что мы находимся здесь. Chairman of Council of Bishops. Amen.